Отыгран полностью 21-й тур чемпионата Англии по футболу. На вашем экране все результаты. Также в этом выпуске турнирная таблица, расписание следующего 22-го тура и список лучших бомбардиров. 21-й тур начался 14 января. Тоттенхэм одержал 6-ю победу к ряду, на этот раз разгромив Вест Бромвич 4-0. С таким же счетом Арсенал на выезде одолел Суонси. Вест Хэм был сильнее Кристал Пэлас 3-0. Уотфорд, Миддлсбро разошлись миром 0-0. Халл Сити был сильнее Борнмута 3-1. Бернли обыграл Саутгемптон 1-0. Сандерленд Сток Сити 1-3. Лестер уступил Челси 0-3. Эвертон нанес поражение Манчестер Сити 4-0. Это самое крупное поражение Манчестер Сити с 2008 года. И Манчестер Юнайтед и Ливерпуль сыграли в ничью 1-1. Турнирная таблица. Челси на первом месте 52 очка. На втором и третьем месте расположились Тоттенхэм и Ливерпуль. У них по 45 очков. На четвертом месте Арсенал 44 очка. Внизу турнирной таблицы два коллектива набрали по 15 очков. Это Сандерленд и Суонси. Следующий 22-й тур пройдет 21 января. Арсенал Бернли, Сток Сити, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Тоттенхэм. Челси примет Халл Сити, Ливерпуль сыграет с Суонси. Саутгемптон сыграет с Лестером, Миддлсбро – Вест Хэм, Кристал Пэлас – Эвертон, Борнмут – Уотфорд, Вест Бромвич – Сандерленд. И на самом экране список лучших бомбардиров топ-10 английской премьер-лиги. Сразу три футболиста забили по 14 голов. Это Диего Коста из Челси, Ибрагимович из Манчестер Юнайтед и Санчес из Арсенала. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.